Новость последних минут. Йозеф Блаттер и Мишель Платини отстранены от футбольной деятельности на 8 лет. Такое решение приняла арбитражная палата комитета ФИФА по этике. Там посчитали неубедительными объяснения Блаттера о его устном соглашении с Платини, по которому в 2011 году европейскому футбольному руководителю были переведены 2 миллиона швейцарских франков. При этом комитет признал недостаточными доказательства, собранные для обвинения функционеров в коррупции, но посчитал, что они нарушили кодекс ФИФА. Напомню, первоначально Блаттер и Платини были отстранены от футбольной деятельности на 90 дней. Таким образом, Платини еще мог, чисто теоретически, побороться за пост президента организации. Теперь точно нет.